Дым из трубы пошел. Что видела? Все-таки в очередь хочет ли Александр Александрович
Леонидович Мечиков хочет стать первым примером. Он получает доступ к управлению, начинает его состраивать, и начинает он, конечно же, с себя. На эту берегу острова, на самом высоком его месте, он строит свою городскую усадьбу, находится прямо перед нами. А площадь ее составляет примерно 12 гектаров. А площадь Верхнеца до Петербургского парка примерно 16 гектаров, то есть это величины сопоставимые. А на территории нашего поместья в то время были фруктовые сады, и огороды, и скотные дворы, были даже пруды, которые входили в самые настоящие лебеди. Вот это длинное серое здание тоже для нас примечательно, это оранжерея. А подобные оранжереи были построены не в Ренеформе, там выращивались дикие апельсины, а здесь в Петербурге уже растут арбузы, дыни, оливки, ананасы, самые настоящие огороды. Здесь, поэтому смотрите внимательно, и вполне возможно, Петербург обнаружит. Позднее, возможно, военное училище, дворец наш полностью перестраивается. Сегодня от оригинального дворца Александра Мечикова сохранился только центральный корпус. Он проходит в то время прямо к Невской воде, а сегодня на месте Невской воды находится уже университетская Захаров, как я уже упоминал, Адмиралтейство окончательно перестроил, надобности в каналах это практически никакой не было, и в конце концов многие из них Николай I приказал засыпать. А, например, улица Игубовича, Галерная улица, конный гвардейский бульвар, это все в прошлом наши петербургские каналы. Thank you.